пересмотрела все фильмы, пока собралась выйти куда-нибудь. Каждый день по два фильма. И вот сегодня у меня вспоминается Алесиус при виде некоторых причесок мужских, где в фильме говорится о неравноправии разных категорий граждан, бедных и богатых. Ну, в принципе, советуют не путать бедных с бандитами, они очень похожи внешне. И вот, в частности, при попадании в зону такого не очень приятного народца стоит быть внимательным. Вот рисов, мы пришли. Я его искала, чтобы показать распродажи. Вот я вчера или позавчера была в одном месте, где попала на распродажи. И сегодня хочу продолжить. Но для этого нужно найти штанды распродаж. Вот там, видите, светится красным. Вот эти красные этикетки, надо их посетить. Сейчас мы пройдем. Потому что новые коллекции не входят в распродажи. Ну вот, в частности, пальто по 2000. Так, и вот можно начать опять с платьев. Я купила себе 3-4 платья. Но все летние, можно что-нибудь найти более зимние. Или более длинные. Но такие расцветки, я не знаю, кто будет носить. Ну вот из этой серии я себе навыбирала. Навыбирала я много. Я, правда, взяла опять на рукоделие. И можно еще что-нибудь выбрать. Я хотела вообще взять одного дизайнера с собой, чтобы с ней посоветоваться. По поводу... Вот прекрасное черное платье. Надо, наверное, его взять. Так, я, наверное, выключу, чтобы с вами попрощаться.